Всем привет, ребят! Мы на аккаунте моего подписчика Игоря, и сегодня мы будем трэшевать, будем собирать техникрыла, ролить недостающих нам героев. В общем, все по максимуму, как обычно. Аккаунт, как вы видите, донатный, находится в гильдии диктатора. Вступление по поводу вступления в телегу собачка Саша Ник Castle Clash, скорее всего, атака фортов 20.00 первые. Пятые места, битва гильдий, атака фортов. Так, кидайте заявочки, вступайте. Сейчас заберу плюшки и пойдем трешивать. Так, сейчас посмотрим, сколько у него доната на аккаунте. Ну, почти 1,5 миллиона. Неплохо. Неплохо, неплохо. Смотрим на героев. Так, шапочка. Отлично. Пойдет. Но тут, конечно, нужен тяжелый удар. Тут атакующий талант. Тут нормально. Ну, в общем, неплохая такая сборочка на аккаунте. Пойдет. Ну, неплохо, неплохо, воодушевление Берс. Все никак не может словить исцеление для тыковки. В принципе, сейчас воодушевление, наверное, даже будет уже лучше, потому что свиток убрали. Так. Ну, в принципе, по талантику еще не докачал до максимума. Отличный, отличный аккаунт. Не хватает Бабазины, не хватает Асуры и не хватает Повелителя Бури. Сейчас мы будем их выбивать. Давайте сначала забежим, посмотрим акции. Он говорил, у него там есть акции. Так, сегодня таланты выигрывают. Есть счастливое число и жара. Поехали, разбей яйца. Заберем отсюда сразу все плюшки. И побежим дальше. Так. 12 он уже разбил. Так, самики. 2000. Ну, тут за две попытки ничего не вытащишь. Это я уже не раз вам показывал. Минимум 5-6 больших паков надо. И то это будет мега удача, если вы здесь выбьете недостающего вам героя. Так. Ну, такое себе. Ничего даже не выбили по героям. Так, счастливое число трогать не будем. Поехали в жару, посмотрим еще. Карта выносливости. Афинка, ну, неплохо. Золотой ключ. Карта смены чар. Ну, тут за 30 попыток дается. Валька. Золотой ключик. Хочется уже ролить. Надо сегодня им навыбивать. Так, окей. Есть, поехали. 342 тысячи силы, неплохо, неплохо. Так, ну, let's go. Сразу же малышник нам падает, отлично. Но нам нужна мохнатка, ребят, либо повелитель бури, а лучше и то вместе. Так, ну такое. Ну, рандомчик, опять малышник атлант. Что-то рандомнее на нашей стороне. Так, медуза. Афина, еще одна РТшка. Паладин, Кенди. Стрелок. Ну а почему бы и нет? Фея.
Да, стрелком уже никого не удивишь. Да, что-то вообще, вообще голяк. Так, поехали. Ну, тут хуже всего, когда надо выролить героев, которых там единица. Так, череп, смерть, Сноу, Ронин, ничего себе, хранитель. Асура, отлично, отличненько. Поехали дальше, это еще не конец. Недостающего одного достали. Так, одержимый. Смерть, тыква. Кенди. Ну, ниндзя это совсем не то, чего хочется. Триантик. Череп опять. Что-то черепа начали падать. Так, половина у нас уже. Бабулька, ты где? Бабуля, приди. Ну, артешка. Что-то вообще, смотрите. Вот ради интереса не буду сейчас выходить в рейд. Купидон. Просто изи, блядь. Просто, ребята, изи. Махатма есть. Ну что, поздравляю тебя. Как обычно, читерный роллинг. Пропустили мы Махатму, к сожалению. Блин, ну поехали дальше. Нужно еще повелителя бури затащить. Рино. Череп. Ну давай. Еще одна фея. Купидончик. Ну, Триантик. Повелитель, где ты? Пара. Ну. Да, не хочет. Еще одна Махатма. Блять, ребят. Ну это опять читерный роллинг. С вас обязательно по лайку, репостики. Просто, просто жесть нам прет сегодня. Вторая бабуля. Огонь, рад за пацана. Все просто изи. Просто, ребята, просто изи. Мы сделали максимум. Унизили рандом. Просто вот так вот админ панелька работает. Поэтому пишите заявочки, кидайте заявочки. Когда мало самоцветов, ребят, не берусь ролить. 20 тысяч, честно говоря, очень много заявок. Но, к сожалению, у меня нет времени там заходить на кучу аккаунтов. Там свыше 40 на Колю и такие вот роллинги. 80, пожалуйста. Мелкие, скорее всего, буду собирать на стриме. Если у вас есть желание, пишите в комментах. Кидайте заявочки, пишите там стрим, и буду на стриме рассматривать. Ну, в принципе, все, все, что надо, мы сделали. Давайте посмотрим, сколько у него там места есть в алтаре. А, места у него не особо-то есть. А, у него ниндзиков тут дохренище. Душики, ниндзики, в общем, все, что хочешь, есть. Так, ну давайте кого-то посливаем. Давайте Махатму откроем одну, и в нее низика сольем. Даже два. Так, две бабульки. Две. Опять жесть творится. Окей, одну открыли. Так, улучшить навык. Так, смотрю, у него тут. Сейчас надо их пооткрывать. Так, или душика убрать. Не, уберем лучше ниндзика. Так, пятерка. Ну, с смертельным.
Так, одного открыли. Там еще какой-то один был. Короче, ладно, хер с ним. В любом случае сливаем. Поехали улучшить. Использовать. Так, открываем следующих, и у нас будет сейчас самый трэш в конце. Будем пробовать словить. Как не крыло. Так, Асура есть. Бум. И повелитель бури. В общем, вот так вот. Смотрите на количество силы. 338. Так. Ну, вроде как бы все. Поехали посмотрим, что у него там. Какие талантики. Так, замедление. Ну, такое себе. Что у него на складе вообще талантом творится. Так, для Махатмы священный огонь, в принципе, можно поставить. Для повелителя бури тоже священный огонь. И для Асуры один есть священный. Определиться, кого качать первым, в принципе, неплохо. Вот так вот, ребят. Поздравляю. Давайте пооткрываем еще ништяки. У него есть тут какие-то. Оп-оп-оп. Исцеление, неплохо. Бастион, ну такое себе. Давайте карточку. Чик. Афинка, блин, ну прет тут на Афин. Так, что у него тут? Сундуки, лава. Ну, я это трогать все не буду. Адская коробочка. Коробок у него нет. Окей. Окей, окей, окей. Ну что, поехали. Бум, надо. Ну, такое себе. Такое себе. 38 штук. Почти. Почти, ребят. 149. Ну, блин. Сегодня не тот базар, чтобы его забирать. Честно говоря, лучше вторую сумку купить, чем 4 первых. Даже чем 10 первых, лучше одна вторая. Там шанс выпадения намного выше 20 осколков. Поэтому... Ну, смысла никакого даже нет. В принципе, все. Ну что, поздравляю, удачный роллинг получился у нас. Не смогли мы, к сожалению, собрать Некроса. Ну, в принципе, 9 сумок это маловато. Зато мы выбили тебе две бабки. Выбили Повелителя Бури и выбили Асуру. Все, поздравляю, Игорь. Пишите комменты, подписывайтесь, обязательно напишите, что вы думаете по поводу роллинг-стримов, там, сниже 20 тысяч, 20-25 тысяч. Все, всем удачи, всем пока.